Здравствуйте, Павел и все гости данного видео. Перед вами Kubota X20 с фронтальным погрузчиком от Павла. Данную установку я нашел на просторах интернета, а в частности на сайте Drum.ru. Называется она Пашинкун. Есть даже его фирменный логотип. Вот он, кстати. Созвонился с Павлом. Он мне все объяснил по поводу данной установки, что существует очередь и подождать нужно будет около 2 месяцев. Сначала внес аванс и ждал, когда будет готовиться кун. Но кун был готов раньше примерно чуть больше месяца. Павел отзвонился, сказал, что все готово. Я отправил оставшуюся часть денег до полной суммы, а также заказал у него обрешетку. Вот эту обрешетку. Вот надежная конструкция металлическая, обшитая листами. Вот такими вот. Даже если его фирменный тоже логотип Пашин. Так как сказал Павел, что были случаи, что повреждали груз. Шланги, соединения. Вот эти вот. Примерно через неделю из Новосибирска в Москву пришел кун. Забрал его из транспортной компании, которую также мне порекомендовал Павел. Вот. Все было укомплектовано вот в этой обрешетке аккуратно, надежно. Вот. Разобрал, так как кун был полностью в сборе, собранный, точнее. Вот, и начал устанавливать на данную модель. Все встало нормально на свои места. Вот, подсоединил гидравлику к распределителю. Вот сейчас покажу вам. Вот эта вот подача. Вот она пошла. Сейчас покажу, как работает задняя навеска. Также поднимается и опускается. То есть все работает нормально. Данный фронтальный погрузчик рекомендую к покупке. Выглядит он симпатично, надежно, весь в наклейках. Краска тоже хорошая, прям подходит под цвет трактора. Вот. Павлу желаю процветания его фирме, хороших клиентов. Всем спасибо.